Всероссийский исторический кроссворд проходит в шестой раз. Саров также неоднократно присоединялся к просветительской акции. В этом году исторический кроссворд пройдет на площадке Молодежного библиотечно-информационного центра. Темы у кроссворда всегда разные. В этом году мероприятия посвятили истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам. В чем суть акции? Каждый желающий может принять в ней участие. Возрастной ценз от 12 лет и старше. Каждый участник получает на руки тетрадь с заданиями. Тетрадь яркая, красочная. И в течение 40 минут отвечает на вопросы, представленные в этой тетради. В тетради представлены вопросы не только по типу кроссворда, но и ребусы, открытые вопросы, тестовые задания, задания с иллюстрациями. Чтобы найти ответы, достаточно вспомнить школьную базу, а также уметь применять смекалку и логическое мышление. Затем в течение 15 минут мы включаем видеоролик, в котором представлены правильные ответы. То есть каждый участник себя сам может проверить и присудить таким образом чин или статус. Эта таблица статусов тоже представлена в тетради по историческому кроссворду. И эта тетрадь остается на память у участника, плюс выдается еще сертификат. Инициатор акции – Московский педагогический университет при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки. Исторический кроссворд проводится по всей стране в культурных и учебных заведениях. В Сарове акция пройдет 19 октября в 15:00 в Молодежном библиотечно-информационном центре. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону 944-26. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.